Здравствуйте, меня зовут Касенова Жанирке, и я горжусь, что являюсь студенткой Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, имеющей столетнюю историю. Я обучаюсь на специальности «Учитель иностранного языка» с 2019 года. Выбирая профессию, я уже знала, что стану педагогом. К этому выбору я подошла очень осознанно, понимая, что мой труд не ограничится уроками в классе. Мы часто в своей жизни идем по стопам родителей, и я не исключение. Ценности, заложенные в семье мамой и педагогом, зародили во мне любовь, уважение к этой профессии и веру в себя. Как говорил великий древнегреческий философ Сократ, довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему. My opinion, a good teacher is one who at the right moment gives impetus to development, awakening dormant talents. В меня природой заложена активность, целеустремленность и настойчивость. Может, кто-то считает, что это не самые лучшие качества, но они помогают мне в достижении всех моих целей. В заключение хочу сказать, что человек не должен довольствоваться спокойной жизнью. Ему необходима жизнь деятельная. И когда тебя спросят, стала ли твоя жизнь лучше, ты определенно сможешь сказать «да».